Свою работу городской центр современного искусства «Арт-Этаж» начал еще летом прошлого года, накануне дня рождения Владивостока. А теперь, когда отреставрированы все залы, поздравления можно принимать официально. Чтобы вот вернуться вообще фундаментально, необходимо, конечно, было бы в родном городе иметь постоянное пространство наших достижений, наших земляков, нашего края. Спустя много лет и попыток создать в городе галерею современного искусства, Александр Городний может считать свое большое дело успешным. Для центра «Арт-Этаж» администрация Владивостока выделила старинное здание в центре города, известное среди горожан как особняк Денби. При ремонте старались не повредить его историческую ценность. Сохранили медные таблички, кованые перила лестниц, напольную плитку, лепнину и даже двери между помещениями. На 380 квадратных метрах второго и третьего этажей разместились картины, панно, инсталляции и скульптуры. Во всех залах центра «Арт-Этаж» на 2017 год уже запланирована 21 выставка. Александр Иванович Городний принял решение подарить городу Владивостоку свою коллекцию, которую он собирал всю свою сознательную жизнь. И второй человек, решение которого радикально повлияло на претворение в жизнь этой мечты, это Игорь Сергеевич Пушкарев, потому что он услышал. Спасибо. Центр современного искусства во Владивостоке открыли на базе коллекции произведений, которые галерист Александр Городний собирал на протяжении 25 лет. Фотовыставки, выставки живописи и графики сменяют друг друга каждые несколько недель. По замыслу Александра, в залах на втором этаже будут располагаться временные, а на третьем – постоянная экспозиция. Собрал эту живопись в основном и скульптуру поставил. Ну, из тех ребят, с кем я начинал, конец 80-х, и первую выставку в Москве я делал под названием «Владивосток». И вез вот группу «Владивосток» и группу «Штиль», ну и рядом есть же там похожих ребят. Значит, вот и примерно вот тот период сейчас представлен здесь. Ну и немножко вот добавил, здесь вы видите, значит, классиков, Эрнст Неизвестный, Оскар Рабин, Юрий Жарких, Шемякин. Вот это. Есть еще много интересных работ, но я еще раз говорю, что их нужно одевать, оформлять. Особняк Денби построили в 1908 году, как предполагается, по проекту известного архитектора Георгия Юнгхенделя. До революции здесь размещались торговые и книжные магазины, где, к слову, также продавали картины, кисти, краски и багет. С 1912 по 1917 год дом занимало вице-консульство Великобритании. После 1922 года контора Дальзверокомбината. А с 1930-х годов в связи с созданием во Владивостоке Фрунзенского района в особняке разместились районный комитет КПСС и райисполком. Сегодня здесь находится городской центр современного искусства «Арт-Этаж». Анна Бережная, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.